Всем доброго вечера. Я внутри я нутрициолог Алена, и сегодня мы с вами говорим про ваш сахарный диабет. Я расскажу все, что знаю. Я ваш нутрициолог и я ваш психолог, соответственно, на моем канале нет никакого лечения, здесь только пожизненное исцеление. Почти все, что есть человек, становится глюкозой и сахаром. Все это знают, ребят, все это знают. Организм использует сахар как топливо, но вы не можете бывает, питаться только сладким, иначе вы сразу, сразу ощутите вред сахара. Чем заменить сладкое, мне пишут. Как от этого избавиться? И, соответственно, многие не знают, что поджелудочная железа регулирует сахар в крови, понижая его, когда вы едите. И она производит гормон инсулин. Инсулин снижает уровень сахара в крови, когда вы не едите. Соответственно, печень снова повышает сахар, и это происходит такой бесконечный-бесконечный процесс. Другой момент, если мы с вами говорим про энергию от сахара, она, если не может быть израсходована, здравствуйте, бока, здравствуйте, 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 здравствуйте. И, соответственно, если из крови нужно вывести избыток сахара, и сахар не расходуется на энергию, и вам не хватает, например, в этот момент калия, то сахар просто превращается в жир. Соответственно, если вы потребляете недостаточно овощей, то вы будете набирать лишний вес. Что такое диабет, ребята? Диабет это страшная вещь, при котором организм не способен регулировать сахар в крови. Он бывает у пожилых, у молодых, у худых, у толстых, у полных, у средних, у разных. Мне когда было 21, с 18 по 21, у меня были жуткие проявления сахарного диабета второго типа. И тогда я не понимала, что проблема в печени. И работа по регуляции сахара в крови выполняет печень. Восстановить печень помогают все мои видео, все мои ролики, все питание. Но фишка в чем? Здесь нужен еще гормон роста он тратит запасы жира на поддержание сахара в крови и оказывает антивозрастное действие и предохраняет белки от превращения сахара то есть тут фишка не в белках чего хочется сказать вам про сахарный диабет что он во первых излечим и многие борются всю жизнь но не дают ему завладеть есть хороший способ предохранить себя от этой истории. И а, я могу сказать, что а, супер важная вещь это работать с ПГ-протоколом. А, супер важная вещь следить за овощами, питанием, белком, микро- и макроэлементами. И, соответственно, все это влияет на вашу энергию. Помимо этого, ух, бывает очень много разных других дополнительных вопросов. То есть, мне пишут только это. Нет. А, бывает у человека, когда ко мне попадают в разборы, начинаются сразу вопросы «А что с ЖКТ? А что с печенью? А что с поджелудочной делать? А что с гормонологией? делать а что такое коллаген а как ä, давать пробиотики а как правильно двигаться чтобы не сломаться грубо говоря потому что многие сейчас на ладан дышат это правда а поэтому ребята про диабет а, неприятненько неприятненько те кто его сами провоцируют а... У нас и так, да, у всех эта история с инсулинрезистентностью есть, у 90%. Просто у кого-то кто-то прям кто-то прям идет на ней не туда. Поэтому что хочется сказать, на моем канале периодического голодания LCFH, палео, нутрициологии и психологии вы можете почерпнуть многое. Что делать первое диабетику? Первое – разобраться с нервами. Вот сразу нужно устранить все триггеры и забыть о них, иначе дальше не пойдете. Второй момент – нужно восстановить чувствительность к инсулину. Здесь я уже кучу вам роликов снимала, посмотрите, про инсулинрезистентность. Это бомба, ребята, потому что если вы а, начнете понимать, как с этим работать, какие нужны саплименты, как нужно питаться, у вас все пойдет. Поэтому поэтому да, следующий момент, если мы с вами говорим про диабет и состояние стресса, а, то оно может быть достаточно серьезным. Плюс а, я всегда говорю не только про диабет. Ребята, у меня куча роликов. Про воспаление, про ЖКТ, про кишечник, про поджелудочную, про желчные, про гормоны. Посмотрите это все, потому что ну, это не одним днем. И другой момент, высокий уровень сахара в крови приводит к нервам. Вот знаете, вот у меня бывает такое, поднялся сахар, да, я чувствую между консультациями есть время, и организм такой, ну а что ты, что ты сейчас будешь делать, что ты сейчас будешь делать. И у некоторых это неконтролируемо. Напоминаю, что если есть постоянно такая история, Тут не только проблемы с весом идут. У меня, например, когда я начала смотреть, у меня не было проблем с весом. Я была худее чем сейчас сейчас я даже говорю, мощнее мощная тетка мощная тетка как я говорю но э -э, фишка здесь в чем у меня была проблема с стрессом люди э -э, могут э -э, на этой проблеме испытывать представляете панические атаки могут испытывать э -э тревогу